Приветствую вас на канале Истина Таро. Меня зовут Катерина. Сегодня я сделаю для вас приворот, возврат любимого человека и исполнение любого желания. Действует на 100%. Итак, дорогие мои, сядьте поудобнее. Спина должна быть прямая. Не запрокидывайте голову ни вверх, ни вниз. Расслабьте лицо, плечи, живот. Расслабьте все свое тело. Начинайте дышать. Вдох. И вы чувствуете, как вы наполняетесь воздухом. Вы чувствуете, как воздух проникает сквозь ваши ноздри, наполняет шею, грудь, живот. И выдыхайте. Будьте расслаблены, спокойны. И просто идите за моим голосом. Сосредоточьте свое внимание в области пупка. В этом месте сконцентрирована вся наша сила и наша биологическая суть. Представьте, между пупком и позвоночником мысленно создайте золотой шар. И шар медленно вращается и вбирает в себя информацию о вашем теле. Увидьте, пожалуйста. А сейчас легко поднимайте в вашем воображении золотой шар или сферу в сердечной чакре. И он продолжает вращаться и вбирать в себя всю информацию вашей духовности. Дальше шар двигается вверх и поднимается к вашей голове. Вращается в вашей голове и впитывает в себя информацию о вашем разуме. Увидьте, пожалуйста, эту золотую красивую сферу. И сейчас в шаре сосредоточена основная информация о вас. И шар проходит через вашу коронную чакру в районе макушки и получает информацию о вашей связи с космосом. И вот он выходит из головы внутри вашего тела и связан с вами тонкой нитью, световодом. Какое-то время он еще висит у вас над головой, а затем стремительно, рывком, подобно молнии, шар уходит бесконечно высоко, к солнцу. Но вы видите, что вас связывает яркая, горячая нить. И какое-то время вы еще наблюдаете за ним, за вашим шаром. И видите, как там, вращаясь вокруг Солнца, шар вбирает в себя всю живительную его энергию. И ваш шар начинает светиться все ярче и ярче. Увидьте. Рассмотрите очень внимательно, как вы соединены с этим пульсирующим шаром, сферой, и в нем вся ваша информация. И сейчас он вращается вокруг Солнца, вбирая энергию Солнца, мудрость Солнца, знания Солнца. И вращаясь вокруг Солнца, он наполняется мощной космической энергией, и вы видите, как он все ярче и ярче. А теперь постепенно шар становится таким же ярким, как Солнце. И сейчас коротким, мгновенным импульсом
Отправьте в ядро шара свое самое заветное желание, ваше истинное желание, которое вы очень-очень хотите. И сейчас шар содержит ваше послание. И продолжайте вращать шар вокруг Солнца. И пусть он кружится, вбирая всю новую-новую энергию мироздания. И сейчас светящийся шар и ваше истинное желание в нем наполняется энергией Солнца, наполняется энергией космоса и впитывает энергию мироздания. И теперь плавно и быстро шар начинает скользить по световоду назад, и он приближается к вам, и вот он уже в вашей голове. И начинает в ней растворяться, отдавая часть своей энергии. И теперь шар опускается в середину сердечной чакры, и он продолжает растворяться, доставляя вам свою часть энергию в сердце. И шар постепенно опускается вниз, возвращается в область пупка, растворяется там окончательно, отдавая накопленную энергию. Очень хорошо. Прекрасно. Давайте теперь снова повторим. Еще раз между пупком и позвоночником создаем еще один золотой шар. И этот шар, сфера, начинает наполняться информацией о вас. Затем она опять поднимается к сердечной чакре, убирая информацию о вашей духовности. Затем поднимается в голову, собирает информацию о вашем разуме. И вы видите, как он наполняется, этот шар начинает еще больше пульсировать, светиться. И шар проходит через коронную чакру и выходит из тела, и стремительным рывком, подобно молнии, шар уходит в бесконечность. Высоко-высоко, к Солнцу. И начинает вращаться вокруг Солнца. И помните, что вас связывает очень яркая нить. И вращаясь, шар вбирает в себя энергию Солнца, живительную энергию. Вращайте шар вокруг Солнца. Еще. Увидьте. Сделайте картинку ярче, четче. И наполняйте эту сферу, этот шар мощной космической энергией. И шар становится таким же ярким, как Солнце. Таким же пульсирующим, как Солнце, наполненным. Вращайте еще больше, быстрее. И пусть энергия наполняется и наполняет ваше желание истинной красотой и энергией космического. И теперь мгновенным импульсом направляйте в ядро свое желание, и шар продолжает крутиться и вращаться вокруг Солнца. И пусть он кружится и вбирает в себя всю новую и новую энергию мировоздания. Шар и ваше желание в нем наполнились энергией Солнца и космоса. И теперь плавно и быстро начинает скользить к вам. И вот он уже в вашей голове. И начинает в ней растворяться, отдавая часть своей энергии. Теперь опустите его в сердечную чакру. И он продолжает растворяться, оставляя часть своей энергии, могучей энергии,
Затем шар возвращается в область пупка и растворяется там, окончательно отдавая свой остаток накопленной энергии. И мы сделаем еще раз эту волшебную визуализацию. Еще раз создайте золотой шар в области между пупком и позвоночником. И он начинает наполняться информацией о вас. Затем поднимается шар к сердечной чакре, берет информацию, затем поднимается в вашу голову, и там тоже берет всю информацию о вас. И сейчас в шаре сосредоточена основная информация о вас. Шар проходит через коронную чакру, через макушку, выходит из тела и опять стремительно, рывком, подобно молнии, шар уходит бесконечно высоко к Солнцу и начинает вращаться вокруг Солнца, постепенно увеличиваясь и вбирая в себя живительную энергию Солнца. И шар вращается вокруг Солнца и наполняет его мощной космической энергией. И он становится таким же ярким, пульсирующим, огненным, как Солнце. И теперь мгновенным импульсом отправьте в ядро шара свое желание, самое-самое заветное. И шар продолжает еще вращаться вокруг Солнца. Пусть он кружит, вбирает в себя всю новую и новую энергию мироздания. Шар и ваши желания, они наполнились энергией Солнца, космоса, планеты, мироздания, чего-то высшего, божественного, сияющего. И вы как будто получили благословение небес, высших сил, и принимаете его. И понимаете, что вы все сделали для того, чтобы ваше желание сбылось. И теперь плавно и быстро шар начинает скользить назад. И вот он уже в вашей голове и начинает в ней растворяться, отдавая часть энергии. И теперь опустите его в сердечную чакру. И он продолжает растворяться и оставляя значительную часть своей энергии, могущественной. Шар возвращается в область пупка и растворяется там, окончательно отдавая всю энергию, остаток накопленной энергии, энергию бесконечной Вселенной, которая влилась в вас, и вы находитесь в полном единении с ней. Она взяла вашу информацию и подарила вам энергию для ее воплощения. Теперь у вас есть все возможности для того, чтобы начинать путь к своей мечте. Очень хорошо. Прекрасно. И сейчас мы возвращаемся здесь и сейчас. По мере того, как вы возвращаетесь и выходите с данной ситуации, во всем теле нарастает ощущение легкости и прохлады, и приятная бодрость во всем теле, заряженная энергией и желанием двигаться вперед к своей мечте, к новым целям, к новым задачам. И сейчас вы будете бодрым и отдохнувшим. Силы приливают к рукам и к ногам. Сознание становится ясным. И даже, возможно, хочется потянуться. Потянитесь. И глубоко-глубоко вдохните. И выдохните. Улыбнитесь. И поблагодарите себя за проделанную работу. Будьте уверены, что все ваши желания сбудутся.